Картина «Озеро» – последнее крупное произведение Левитана. Художник писал ее незадолго до своей смерти, и она осталась неоконченной. Тем не менее, это полотно считается главным произведением позднего Левитана – «Лебединой песню художника». Впервые эта картина под названием «Солнечный день» была выставлена на посмертной выставке Левитана, проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году. Над своей последней большой картиной уже смертельно больной Левитан работал много и вдохновенно. Пожалуй, ни для одной из работ он не сделал столько подготовительных этюдов и эскизов. Известно, что в процессе создания озера художник не раз выезжал на этюды в Тверскую губернию, в места, некогда послужившие натурой для картины «Над вечным покоем». Но по отношению к последней озеро представляется как бы антиномической парой, ибо в нем слышится не траурная, но торжественно-мажорная музыка природы. К сожалению, эта картина, по свидетельству современников Левитана, уже спустя 10 лет после прекращения работы художником, она осталась незавершенной, потемнела, местами пожухла и в большей мере утратила изначальные осиянность и яркость. Но и в ее нынешнем состоянии озеро, ровно как и первый вариант картины, хранящейся в Третьяковской галерее, производит сильное впечатление своим светлым праздничным звучанием, перезвоном, объединяющим высокое голубое небо, по которому плывут белоснежные облака, и чудное приволье синего озера, у ближнего берега которого зеленеет взволнованный свежим ветром тростник, а на дальних берегах виднеются деревни и возносящие главы к небу белые храмы и колокольни. Искусствовед Алексей Федоров Давыдов относил полотно «Озеро» к замечательным творениям Левитана и писал, что оно производит на зрителей непосредственно большое и сильное впечатление, как могучая и прекрасная картина русской природы. По словам искусствоведа Михаила Алпатова, в картине «Озеро» Левитану удалось дать собирательный образ своей родины. В ней можно увидеть и прошлое Руси, и ее настоящее, и природу, и человека. В этом произведении слились воедино и личные переживания художника, и сама праздничная красота мира.